Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Какими критериями вы руководствуетесь при выборе защитного снаряжения? Я руководствуюсь тем, что самое главное, что в нашей жизни есть, это наша жизнь и наше здоровье. Защитное снаряжение нужно очень хорошее, такое, чтобы она реально вас защищала и защищала вашего спарринг-партнера от различных травм. Так что нужно подбирать так, чтобы было оно очень удобное, комфортное, чтобы все было защищено, все пальцы, локоточки, коленки, все стопы. И тогда можно, если взять кумите, драться очень сильно. И на соревнованиях это будет уже делать не страшно. И вы уже сможете показать себя с другой стороны. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС!